Всем привет! В этом видео я хочу вам снова показать свои покупки с сайта Banggood. У меня в течение месяца накопилось несколько товаров, и сейчас я все их покажу в одном видео. И первое, что я хочу вам показать, это игольница. Это магнитная игольница-браслет. Шла она вот в такой коробочке. Можно ее использовать и не как браслет, то есть вот сам браслетик снимается и остается отдельная игольница. У меня, конечно, есть моя любимая губка-игольница, но, знаете, ее не всегда удобно использовать, особенно если делаешь какие-то манипуляции на манекене. Теперь главное привыкнуть ею пользоваться, потому что, конечно, немножко непривычно, особенно брать булавочки, особенно когда достаточно длинные ногти. Как видите, магнит очень хорошо держит иголочки. Браслет очень легко одевается и также легко снимается. А следующая моя покупка – это пластиковые кнопки. Обычно белые и черные я беру, знаете, такими наборчиками по 100 или по 200 штук, так как они у меня самые ходовые. А цветные я беру вот такими наборами по 10 штучек. Мне этого достаточно обычно. Но в этот раз я взяла сразу два набора. Здесь идет 15 цветов, то есть я такие цветные кнопки никогда не беру по 100 штук. Кнопки эти устанавливаются специальными щипцами. Такие кнопочки я люблю ставить на одежду, особенно на двусторонние вещи. Кто смотрит меня давно, знает, что я люблю такие двусторонние вещи. И буквально вчера я шила такую двустороннюю толстовку и поставила вот такие вот пластиковые кнопочки. Еще одна моя покупка – это пластиковые пуговицы в виде цветочка. Я взяла набор ассорти из разных цветов, а можно выбрать в этом магазине пуговицы, например, только одного цвета. Но мне захотелось взять вот такой наборчик. А следующая покупка – это аппликации в виде вышивки. Я взяла три одинаковые аппликации, но взяла их разного цвета. Такими аппликациями можно украсить любое изделие, например, футболку, свитшот, платье и даже шорты или джинсы. Конечно, эти аппликации приходят в таком вот сложном, немножко помятом виде, но все прекрасно расправляется. Можно немножечко пригладить, подправить утюгом. И вроде бы по описанию у них клеевая основа, то есть можно приклеить утюгом, но я такие аппликации всегда просто прикалываю булавочками и пришиваю на швейные машинки, прокладывая строчку по самому краю и по каждому элементу этой аппликации. Да, это, конечно, занимает достаточно много времени. И тут же у нас не прямая строчка, а постоянно нужно изделие с аппликацией под лапкой переворачивать. Но зато результат очень радует. Я выбрала три разных цвета. Розовые цветы на такой коричневой веточке, голубые цветы на темно-синей веточке и красные цветы на черной веточке. Все три цвета смотрятся очень интересно, но, может быть, красный он такой более яркий и насыщенный за счет своего цвета. Я похожую аппликацию пришивала на свитшот. У меня тоже она красная. Сейчас я сделаю вставочку в углу. Я шила свитшот со спущенным плечом. И на рукав я тоже пришивала похожую вышивку. И вроде бы обычно однотонный свитшот, но за счет аппликации смотрится совсем по-другому. Еще одна покупка – это маркер для ткани. Конкретно этот маркер, он водорастворимый, то есть он смывается водой. Также бывают маркеры, которые исчезают сами через какое-то время, примерно через сутки. У меня такие маркеры тоже были. Хотела себе купить, но что-то не нашла нигде. И заказала вот такой маркер, который водорастворим. Таким маркером очень удобно обводить выкройки, строить выкройки прямо на ткани. Теперь главное этот маркер подальше спрятать от глаз детей, иначе я вернуть его себе уже не смогу. А сейчас покажу сразу две покупки. Это лапки для швейной машинки. Первая лапка – это тефлоновая лапка, или ее еще некоторые называют скользящая лапка. А вторая лапка – она для вшивания потайных молний. Такие лапки я хотела себе давно. И хотя я недавно приобрела себе набор из лапок для машинки, но таких лапок там не было.
Тефлоновая лапка идеальна для шитья прилипающих материалов, таких как кожа, замша, винил. А с помощью лапки для вшивания потайных молний мы сможем идеально и очень легко вшить потайную молнию в изделие. Ну и последняя покупка на сегодня – это набор лекал. В этот набор также входит копировальный ролик. Такой ролик используется для перенесения контуров с деталей бумажных выкроек на ткань с гладкой поверхностью и плотным переплетением, а также для перенесения меловых линий с одной детали на другую. Ну и вот они сами лекала. Лекала разные. При раскрое изделия на ткани или при построении чертежа часто приходится выполнять очень сложные линии. Для улучшения, ускорения и повышения качества работы придуманы вот такие криволинейные лекала. С помощью таких лекал можно начертить красивую линию проймы, средний шов на брюках. Измерительная шкала идет вдоль всей линии по скругленной стороне. Лекала гибкие, сделаны из какого-то мягкого пластика, то есть немножко загнув, у вас ничего не сломается. Лекала разные в наборе. Есть вот такое. Тут есть какая-то табличка с цифрами и с китайскими символами. Я думаю, что я в процессе пользования буду разбираться. Есть лекала обычные, без разметки. Также есть вот такая линейка. Длина у нее 60 сантиметров. Также в комплекте есть угольник. По каждой стороне угольника масштабированная линейка. По двум сторонам, которые идут под прямым углом, масштаб 1 к 5, а по этой стороне 1 к 3 и 1 к 4. Ну, это все мои покупки на сегодня. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока!